Всем привет, мастерская салонокомпания, я Вячеслав, приветствую вас. Ну, настало время выставок, через пару дней в Москве выставка начнется. Ну, мы, как обычно, на время выставок делаем свою выставку в интернете, так как, в принципе, ножей для выставки ехать мало, как обычно у нас пока. Ну и к тому же, сейчас скидки будут еще привязаны к тому, что 7 лет назад, в начале ноября, мы заехали в эту мастерскую. То есть 7 лет нашей мастерской. Сразу все ножи мы не будем показывать, подкопили немного за неделю ножей. Будем показывать на каждый день разные ножи по скидкам. То есть сегодня будут ножи эксклюзивные, в деревянных ножнах в основном. Все, что у нас есть на данный момент. Завтра будут другие ножи. Ну, то есть вот суточная скидка будет. Суточная скидка будет 25% на любой нож. Вот. И они будут каждые сутки меняться. То есть каждый день мы будем показывать ножи, ну, до пятницы, то есть 5 дней. Подряд мы будем показывать разные варианты ножей. Я думаю, на разный вкус, кому что понравится. И чтобы видео не делать большое, огромное, я решил сделать так. Ну и давайте сразу с новинки у нас. Сразу с новинки. Нож дельфины. Как вы видите, инкрустация необычная. С такими блесками. Это мы первый раз изготовили в таком варианте нож. Материалы изготовления инкрустации я всеобщие не буду говорить. Это для того, чтобы другие мастерские не моментально начали это все делать. Пускай подумают, поищут, из чего мы это все делаем. Ну, а если кто-то приобретет нож, мы ему скажем материалы на инкрустацию. Как видите, смотрится необычно, красиво, надежно. Это первый нож такой. И сразу же первый нож мы делаем со скидкой 25%. Ну, на следующие ножи уже, если будут заказывать, такой нож мы можем сделать с такой инкрустацией максимум один в месяц. Поэтому такой цены уже не будет. В принципе, здесь мастер намного больше зарабатывает, чем я. Я на инкрустации вообще не зарабатываю ничего. Ну, для пробы вот решил сделать так. Раз уж попал это изготовление его там, инкрустацию. Долго делал, где-то около месяца. Ну, не только ее, но так вот, потихонечку. И попало на нашу выставку, сразу сделаем скидку. Стоимость этого ножа у нас по прайсу 82 900 рублей. И со скидкой 25% в течение суток стоимость этого ножа 62 175 рублей. Материал карельская береза стабилизированная. Модель S2. Клинок CTS204P. 63 единицы твердости. Размеры на сайте посмотрите. Иван, выложишь на сайте его сегодня? С размерами. Размеры я не буду здесь говорить, потому что это время много займет. Все ножи есть на сайте, так что размер вы можете посмотреть там. Заказы делайте, пожалуйста, не звонками, а на WhatsApp Ивану, на рабочий там номер, так как я сейчас в Нижний Новгород уеду. А Иван по очереди будет отвечать на ваши заказы. Еще на другую сторону. При желании можем добавить инициалы на рукоять. Получится эксклюзивный первый нож
нашем изготовлении в таком формате, еще и индивидуальный. Ну, за инициалы немного надо будет доплатить, но там невеликих денег они стоят. Вот. Далее у нас модель S9. Дерево стабилизированная карельская береза здесь, да? Да. Стабилизированная карельская береза, оружейная насечка. Сталь CPM S125V. Такого ножа тоже больше не будет, CPM S125V, так как материала такого нету, и приобретать я его не планирую, слишком дорого, да его и нету в Америке сейчас. Так, стоимость этого ножа на сайте 49 тысяч рублей, минус 25% скидка, и в течение суток стоимость этого ножа 36 750 рублей. Ко всем ножам в деревянных ножнах будут еще идти стандартные ножны, походные так называемые ножны кожаные. Кого заинтересует, Иван тоже может показать вам по WhatsApp фото, как он будет выглядеть в походных ножнах. Далее у нас нож «Лев», как я уже показывал его, мы сделали первый нож не на заказ, в теме зодиака. Ну, как я и говорил, сложно попасть, чтобы вот именно «Лев» был, и у человека денег хватало на это. Поэтому этот единственный нож из серии зодиака, который в наличии, и он будет продан, если кого-то заинтересует, 25% скидкой. Ну и больше таких цен на знаки зодиака, на серию зодиака просто не будет, потому что в наличии мы больше их не будем делать. Сложно попасть, кому какой нужен зодиак, знак. Стоимость этого ножа на сайте 42 900 рублей. И со скидкой 25% в течение суток 32 175 рублей стоимость этого ножа. Сталь CPM S90V. Дерево карельская береза. Извиняюсь. Ну, на выставке тоже звонят, бывает, вы подходите, когда. Наташ, я ролик снимаю, я перезвоню, все помню. Да. Далее у нас идет модель S18, CTS-204P клинок. Дерево стабилизированная карельская береза, такой бордовый цвет. Уже фирменная наша шлифовка с двумя долами, эксклюзивная. 63 единицы твердости. Стоимость этого ножа на сайте 34 тысячи рублей. И со скидкой 25% 25 500 рублей стоимость этого ножа в течение суток. Скидка будет заканчиваться, когда следующий ролик выходит. То есть с выходом следующего ролика скидки такие заканчиваются на те ножи, которые перед этим показал. Далее модель S1. Стабилизированный кап клена.
такое, можно сказать, северное сияние здесь. Сталь CPM S90V. Стоимость ножа на сайте 34 тысячи рублей, со скидкой 25%, 25 тысяч 500 рублей стоимость этого ножа. Со всеми ножами формованных ножных идут кожаный подвес съемный. Я показал это только на одном ноже, на этом. Также модель S1. Стабилизированная карельская береза. Ну, как вы видите, премиум класса. Ну, вот так вот легко снимается кожаный подвес. Сейчас уберем его. И, как я сказал, идут еще кожаные ножны. К любому из ножей в деревянных ножнах. Сталь также CPM S90V. Шестьдесят три единицы твердости. Следующий нож у нас модель S7 с таким вот фальшлезвием, сталь магнокат, стабилизированный черный граб. Ну и вот такое шлифовка, клин от обуха, клин с фальшлезвием. То есть все ножи можно заказать доработку, инкрустацию какую-то, если интересно. Инициалы, знаки зодиака. Стоимость этого ножа на сайте 33 тысячи рублей. Со скидкой 25%, 24 750 рублей стоимость этого ножа. Следующий модель S7. Стабилизированная карельская береза, также премиум класса, как вы видите, красивая, натуральный цвет. Сталь CPM S90V, вогнутая линза с долом по обуху. Стоимость этого ножа на сайте 32 900 рублей. Со скидкой 25% 24 675 рублей. Следующий у нас модель S2 идет, модернизированный, стабилизированная карельская береза. Сталь Элмакс. Ну и немного краска не взялась в нескольких местах. Из-за этого то, что дерево не прокрашено, хотя я считаю это как бы индивидуальной особенностью. Ну вот, вы так, наверное, не считаете. И за этот непрокрас мы даем 30% скидку на этот нож. То есть дополнительные 5%. Итак, стоимость этого ножа на сайте 29 900 с 30% скидкой 20 930 рублей. Стоимость этого ножа. Далее модель S1. Тоже не прокрас такие. Тут переливается все.
Карелка премиум класса. Сталь N690. Полированное зеркало. Вогнутые линзы с двумя долами. И также на этот нож за вот эти белые непрокрасы даем дополнительные 5% скидку. Итак, стоимость этого ножа 26 тысяч рублей с 30% скидкой, 18 200 рублей стоимость этого ножа. Далее у нас идет нож пластун, пластунский. Черный граб дерева. Здесь ремни. Для чего они? То есть это идет у нас на ремень. А это пристегивается к ногам. Ну, понимаете, да? Кто подлиннее меня, то есть здесь есть несколько отверстий, то есть это все откручивается, поднимается. То есть можно варьировать длину этого всего ремешка. Сталь H12 МФ. Мы очень редко делаем пластунские ножи, так как довольно сложные в изготовлении, шлифовка, все эти подгонки дерева. Блин, как тут вот так показать? А, ремень. Так, стоимость этого ножа на сайте 28 тысяч рублей, со скидкой 25%, 21 тысяча ровно стоимость этого ножа в течение суток. Отличное литье, как вы видите, все. Такого фактически ни у кого нет, таких пластунов. Кроме как у нас, не существует. Далее у нас идут пчаки. Пчаки эксклюзивные. Их вот два таких и два таких, и больше не будет этих пчаков. Ну, так как почему-то не прокатили они. Это ограниченные серии ножей, ну, два таких, четыре ножа. Ограниченная серия, дерево стабилизированный сувель березы, переливается. Сердцевине QPM 53, 65 единиц твердости. На обкладках 95 H18, художественное травление. Серия, как я это планировал делать и назвал, серия Узбекистан. Традиционный узбекский орнамент. Стоимость их по прайсу 35 тысяч рублей. И минус 25%, скидка 26 250 рублей, стоимость любого из этих пчаков. Давай покажем поближе. На сайте их нету, мы их пока не выставили. Ну, Иван, выставишь тогда их на сайте. И далее у нас завершает нашу выставку на сегодня вот такая вот финка НКВД. Она разборная. Я не буду время тратить на разборку ее. Здесь сделали такие вот ножны индивидуальные. То есть и вытаскиваете, и вынимаете. Тут будет, оп, вот.
и также чук и застегиваете. Ножны со вставкой, да? Ножны, да. Ножны со вставкой из кайдекса. Вставка из кайдекса, обтянутой кожей. Так вот. Пистолетная пукля, так вот мы это называем. Сталь Неолокс. Этот нож был изготавливался на заказ, но потом человек изменил марку стали на магнокат, изменил размеры все финки, поэтому выставляю эту финку на продажу. Ну и больше такой цены на финку не будет, так как я ее отдаю по себестоимости. Здесь микарта, рукоять микарта. Стоимость этой финки 22 900, минус 25% скидка, 17 175 рублей стоимость этой финки. Длина клинка, скажу, 180 мм. Мы первый раз такую финку изготовили 180 мм, но потом все изменились размеры и делаем сейчас, уже сделали новую финку. К этой финке было еще заказано вторая рукоять, стабилизированный сувель березы, такой вот переливается. В принципе же, вы можете купить с любой рукоятью, какая вам нравится, с микартой или с этим деревом. То есть мы можем переставить и вам отправить с этим, с деревом. Оно переливается, все. Ну и микарта воды не боится. Можете взять с обоими рукоятями, но тогда за рукоять 5000 надо будет доплатить. Все там плотно сидит, никуда ничего не влетает, все выходит хорошо. Даже так вот она сидит. Финка в одном экземпляре. Конечно же, у меня есть еще немного неолокса. Мы можем изготовить эту финку, но она будет намного дороже стоить. Так как я говорю, я просто, скажем так, не очень удачно договорились с заказом. Сразу все не было обговорено. Ну, вообще классная финка. Классная финка, неолок, 62 единицы твердости. То есть не будет ржаветь, будет. Я еще марку стали с логотипом не поставил, но финка заточенная. То есть завтра ставим марку стали с логотипом и можем отправить, если кого-то заинтересует. В одном экземпляре за такую цену, с такими вот ножными. Такие ножны на продаже тоже первый раз изготовили на пробу. Ну и на сегодня все. День выставки заканчивается. Такие эксклюзивные ножи у нас сегодня. В принципе, это первый нож, который изготовили инкрустацию в таком стиле. И за эти деньги будет продан, если кто-то захочет. Этих вообще больше не будет. То есть вот по два ножа. Таких у меня был огромный интерес их изготовить, но теперь интерес пропал. Но ножи отличные. Резать будут отлично, смотрится отлично. Ну и к тому же ограниченная серия. По хорошей, мне кажется, цене. В которой я больше их не буду делать. Ну и наши фирменные ножи в деревянных ножнах. Это то, что, по-моему, у нас в серию никто не делает вообще, не то, что ли в России, в мире. Ну и со знаком зодиака за эти деньги, что я сказал,
больше ножа не будет. Так что, если кто-то лев, это единственный шанс за эти деньги приобрести такой нож. Ну, на сегодня все. Ждите следующих роликов. Ну, там уже в деревянных ножнах не будет, уже не будет таких эксклюзивных ножей. Будут попроще. Всем хорошего настроения, приятных покупок. До новых встреч. Здоровья всем.